Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp. Хочу показать, как настроить эмулятор RPC S3 для того, чтобы поиграть в игру «Властелин колец. Война на севере». Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Последнюю прошитую сборку. Но и она уже скачана, и я приступаю к разархивации в корень диска C. Ссылка на бесплатный архиватор будет в описании. Сразу в папку с эмулятором перетащим папку с игрой. Вернее, в папку HDD0. И теперь в папку Game. При первом запуске игра уже будет в меню. А вон и она. Стоит статус неизвестен. Ну, поверьте, неплохо работает. Итак, геймпад. Играю на клавиатуре, поэтому выбран keyboard. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх. Теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Итак, по аналогии весь геймпад настраиваем. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео о том, как его настроить. Ссылка на видео будет в описании. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Конфигурация. Выключаем все галочки. Идем дальше. Вулкан. Двойка. 50, хотя вряд ли поднимется до 50. Обладатели очень мощных центральных процессоров могут улучшать качество картинки. Но сегодня я этого не буду делать. Вот здесь тоже ставим галочку. Дойдем до конца. Save. Правая кнопка мыши по игре. Boot. Компиляция начата. На это уйдет какое-то время. Придется подождать, но быстро проходит. Компиляция окончена, запустилось окошко с игрой. Пропустимся заставки логотипа, какие сможем. Сразу в лесу. Побежали, посмотрим геймплей. Так, FPS в норме. Делаем на весь экран. С графикой тоже все здесь ровно. Так. Что она умеет? Магия есть, отлично, очень даже отлично. Поджарка начата. А тебе поджарка. Все, встанешь, нет? Не кердыками. О, как! Не кисло. Даже очень не кисло. Молодец. Погнали дальше. Еще бежите. Добавка. Thank you.
Я тоже могу. Да не туда. Ё-моё, меня завали. А блоки тут есть? Да-да, оживляйте. Спасибо. Как ты упыль. Уже мясо какое-то. С этого тоже хватит. Да и с этого, пожалуй. Гимли. Надо. Ну что, вроде все неплохо работает. Никаких глюков, багов. Все на ура. Здесь молчок. Так, чуть валяется. Вкусно. Забрал. Боевка есть. Собирать что-то полезное. Ну, что-то валяется еще. Вот я возьму. Не гордый. Он стреляет. Застряли. Ты убивался. Опять бегут. Они как муравьи. Все показал, все на ура, здесь работает. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал spv.com, ставьте лайки, заходите на наш сайт spv.com.com.